Всем добрый день. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Слышно меня отлично. Так, сейчас настроим камеру. Что-то сегодня с нашей камерой не так. Итак, сегодня наша встреча будет посвящена доходу в интернете. Сегодня вы сможете получить информацию, как вы можете общаться в соцсетях и одновременно при этом получать доход. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого есть страничка в соцсети. Одна или две, неважно. Просто кто общается в соцсети. Вижу. Общаетесь, замечательно. Так давайте это общение попробуем превратить в доход. Итак, поехали. Начните получать доход за общение в интернете. И это достаточно высокий доход. Как вы используете интернет? Можно просто общаться в соцсетях. Можно через Viber, WhatsApp и обычные контакты, Одноклассники, Facebook, отсылать какую-то информацию. Возможно, вы чем-то делитесь. И при этом вы просто набираетесь позитива от своих друзей и коллег по жизни. Но если вы будете делать то же самое и рассказывать информацию об известном бренде, поверьте, у вас не просто будет зарплата, у вас будет зарплата, умноженная в 10, а порой даже в 20 и в 30 раз. $1000, не меньше. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотел бы иметь такой доход в месяц от $1000 и выше. Побежали плюсики, вижу. Так вот, команда миллионера предлагает вам на сегодня растущий доход, где товарооборот составляет более 100 миллионов евро. Это четкая система работы, это бизнес под ключ с нуля, это работа в системе интернет, когда вы, возможно, просто умеете только общаться. В удобное время это быстрый рост, обучение проводится бесплатно, простая система, идет трудовой стаж. По зарплате самое интересное, у нас не 12, у нас 17 зарплат в году. Нашей организацией обеспечен бесплатный отдых каждому партнеру. Есть программа «Мой авто» и «Мой дом». Система интернета или система интернет-общения, она очень простая. Над нами есть головная организация, которая помогает нам, выдает инструменты для работы. И все основано просто на личном потреблении. Каждый, приходящий сюда в нашу команду, в нашу организацию, начинает делать свои личные покупки. То есть это те же самые обычные покупки, которые мы покупаем, делаем во всех магазинах. Это косметическая продукция, это продукты, средства личной гигиены, это, возможно, бижутерия, аксессуары. И даже есть витамины, которые продаются в аптеке. Но в обычных магазинах есть наценка 30-50%. У нас ее нет. Что нужно для того, чтобы мы вас приняли на работу? Это свободное время от 2 часов. Интернет, знание компьютера на уровне пользователя, желание обучаться, ну, конечно же, лидерские способности. И если кто-то здесь находится, или каждый из вас, находящийся здесь, готов просто попробовать себя, пробуйте. Потому что мы кандидатуру готовы рассмотреть каждого, который присутствует сегодня на встрече. В чем заключается работа? Итак, это приобретение средств личной гигиены и пользоваться ими, обучаться, обучение ежедневно и бесплатно, и, конечно же, даем рекламу в интернете на этот бренд, с которым мы будем работать. С чего начать?
Мы заменяем все покупки во всех магазинах и на рынке на один свой интернет-магазин и делаем эти же покупки у себя в магазине. Вам реальный пример. Если вы открыли ресторан, вы же не будете обедать через дорогу у конкурента в другом ресторане. Вы будете обедать в своем ресторане, поэтому покупки будем делать у себя. Больше вы тратить не будете. Это те же самые зубные пасты, шампуни, гели, это те же самые ремни, сумки, то есть все, что нужно для обычной жизни. Подытожим, что это за продукты. Я уже говорила, шампуни, гели, то есть средства личной гигиены, косметическая продукция. Продукты здоровья, витамины для всей семьи, бижутерия, женские украшения, ремни, сумки, шарфы. Это обычные покупки. Посмотрим по продажам, что стоит на первом месте и почему именно предлагаем косметическую продукцию, которая будет очень востребована. На первом месте по продажам в мире стоит именно косметическая продукция. То, что очень востребовано. Далее продукты здоровья. И далее, если вы заметите, книги, игрушки, бытовая химия, финансовые услуги, ну и, конечно же, продукты питания. То есть, если закончится шампунь, за кофточкой мы же не побежим, правильно? С чего начинаем? Сегодня каждому из вас открываем интернет-магазин и начинаем подключать клиентов именно к вам. Пока вы еще только учитесь, пока вы только внимаете информацию, то уже с сегодняшнего дня тот человек, который вас пригласил сегодня, начинает вам наполнять ваш интернет-магазин клиентами. И помощь, именно вот такая помощь, пока вы не дойдете до дохода на $1000 и выше. Что нужно делать? Мы подаем рекламу и, приобретая то, что в нашем интернет-магазине, мы получаем деньги. База клиентов и покупки тех клиентов, которые будут вам добавлены, это ваш доход. И чем больше будет клиентов, тем выше будет ваш доход. Где именно мы даем рекламу? Обычные соцсети, доски объявлений. Все, что вы знали раньше, это и есть наши инструменты для работы. Пункт номер два. Что еще нужно делать? Обучаться. Вебинары от наставников, самостоятельное обучение. Опять же, помощь, пока вы не выйдете на свой доход в $1000 и выше. Настолько все продумано и настолько пазлик к пазлику вырисовывается отдельная картина по бизнесу. Компания, вышестоящая организация, организовывает для вас складские вопросы, логистику, доставку заказов именно с вашего интернет-магазина до вашего покупателя. И, кстати, в любую точку мира. Это страны СНГ и Балтии. На сегодня уже открыта Латинская Америка и даже Китай. Поэтому, сидя дома, вы можете развивать свой международный бизнес с высоким доходом. Если вы дорабатываете систему, если вы что-то вносите сюда, поверьте, ваша интеллектуальная собственность будет оплачиваться еще более высоким доходом. Объясню почему. Потому что бизнес, который вы создаете и совершенствуется, дает вам более высокий доход. И этот доход вы спокойно можете передать в наследство. Следовательно, если у вас растет ваш доход, если вы можете передать в наследство, вы захотите его приумножить. И вот вам обычные инструменты. Это сайт для работы. Это растущие, постоянно растущие премиальные. Это круглосуточная поддержка. Ну и, конечно же, есть возможность спланировать свой карьерный рост с доходом 1000, 2, 5, 10 тысяч и выше. У нас есть отдельное предложение для тех, кто хочет расти быстро. У нас созданы группы ускоренного роста. И я предлагаю вам на сегодня пройти в тестовом режиме 3-4 месяца, год, использовать эту возможность для себя, для того, чтобы, возможно, попробовать и вырасти. Потому что если вы просто попробуете,
и у вас получится. Вы просто поменяете полностью всю свою жизнь. Но если вы не попробуете, вы не узнаете, насколько выгодное то предложение, которое вы сейчас видите. Какие есть преимущества? Это свободный график работы, ведение бизнеса из любой точки мира, круглосуточная поддержка, ваш доход и наработки передаются в наследство вашим детям. Здесь не нужно открывать офисы и платить за аренду. Вам выдают франшизу в пользование абсолютно бесплатно. Если вы узнаете в интернете, возможно, чтобы взять франшизу любой другой организации, за нее нужно заплатить не менее чем 10-15 тысяч долларов. Система обучения онлайн создана и активно работает. У нас сопровождается каждый вновь пришедший человек. Система сопровождения ведется онлайн, бесплатно, для всех партнеров с нуля. Откуда идет доход? Как известно, каждый пришедший сюда человек, его начинают поддерживать, его начинают развивать, обучать. То есть каждый, кто пришел, ему помогают наполнять клиентами его интернет-магазин. Поэтому образуется огромное количество клиентов в вашей команде. И у вас есть непосредственный спонсор, который заинтересован в вашем росте. Подключение идет каждый день. И каждый день ваш доход может увеличиваться на количество заказов ваших клиентов. Сколько вы будете зарабатывать? Есть обычная математика. Так как все основано на личном потреблении, и за 3-4 месяца можно насобирать 300-500 человек в ваш интернет-магазин. Если 300 человек делают обычные покупки во всех магазинах, а потом они переводят их в свой интернет-магазин, и хотя бы получается на 20 условных единиц, то 6 тысяч долларов – это товарооборот вашего интернет-магазина в месяц. И вы с этого зарабатываете 22%. Это как минимум. Дальше больше. Поставьте, пожалуйста, десяточки. Кого устроит такой доход? 1320 долларов в месяц. Я так думаю, что устроит многих, потому что в нашем государстве предложение именно по труду, по зарплате очень невысокое, да? То есть доход в среднем составляет долларов 200, даже того и меньше в условиях кризиса. Поэтому зарабатывая дома 1300, а порой это и 4, и 5, и 10, и 20, нужно просто лишь делать больше, приглашать больше и обучать больше. Вот, поверьте, у вас все получится, если вы просто начнете с сегодняшнего дня. Это доход мой 18 апреля 2015 года. И посмотрите, каждых 3 недели получается как минимум больше 1000. 17 зарплат в год, то есть в среднем где-то получается более 10 тысяч долларов, 10, 17 даже тысяч долларов вы сможете спокойно зарабатывать. Это на начальном этапе. Подытожим. Вы владелец собственного бизнеса, у вас официальное оформление, договор возмездного оказания услуг, у вас идет трудовой стаж, у нас есть выплата оплаты налогов, то есть все официально. И заметьте, 5% ИФСЗН – это самая минимальная оплата налогов, которая вообще существует в нашем государстве. Наработанный доход передается по наследству. Доход выплачивается 17 раз в год. По поводу налогов. Никогда не думали о том, что из зарплаты у вас половина вашей зарплаты уходит в казну государства. Давайте подсчитаем. Подоходный налог. Кто знает, сколько составляет подоходный налог в Беларуси? 13%, абсолютно верно. Сколько мы отдаем фонд ФСЗН? Сколько предприятия, любая организация отдает ФСЗН? 35%. 35% плюс 13 получается 48%. А теперь сколько мы платим банку для того, чтобы мы получили зарплату по карточке? 2%.
Итак, если у вас 48% уже забрали, плюс 2% забирает банк, это 50% того, что мы отдаем с зарплаты. Так вы подумайте, в нашем онлайн-проекте вы отдаете 5%. 5%. И ФСЗН занимает очень маленькую долю, очень маленькую. Поверьте, в практике это не имеет никакого значения. Поэтому, если половину забирают, то я предлагаю вам на сегодня попробовать себя в новом проекте, чтобы все, что вы наработали, оставалось вам. Да и более того, вы это можете детям передать. Ваш доход будет приумножаться потом вашими детьми и внуками. Какой компании продвигаем бренд и оказываем услуги по рекламе? Это солидная компания. На рынке она работает уже около 50 лет. Уникальный продукт, международный уровень. Это бизнес 21 века, в котором работает более 62 миллионов человек. Что это за организация? Это Oriflame. На сегодня это бренд номер один. И именно этой компании мы продвигаем бренд. Мы оказываем ей услуги по рекламе, за что нам платят огромные деньги. Еще раз вспомним, кто вы здесь. Вы не менеджер, вы партнер, да, но в то же самое время вы владелец собственного бизнеса. Вы имеете бизнес с нуля, бизнес полностью под ключ, продуманный. Вы работаете в сети интернет по свободному графику. Вы работаете в стабильной компании на мировом рынке. У вас у каждого будет бесплатный сайт, круглосуточная поддержка и 17 зарплат в году. Что у вас есть в начале пути и в целом в этом бизнесе, кроме дохода? Однозначно, с сегодняшнего дня каждому из вас помогают наполнять ваш интернет-магазин клиентами. Вам создается команда. Команда, которая будет сопровождать вас, или вы, которую будете сопровождать, вы, за которую вы будете болеть постоянно, да? То есть у нас подбирается команда для каждого из вас. Вот есть результат. Человек подключился в декабре. Это последний результат в нашей команде. Когда он вышел буквально на одну треть до уровня дохода в 1000 долларов, это Сергей Стеблов, которым мы гордимся, уважаем, и на него ориентируем всех своих партнеров. На самом деле, Сергей, мы гордимся вами, и вас команда уже приглашает на менеджерскую конференцию в Турцию. Осталось совсем чуть-чуть, буквально один уровень сделать. Поверьте, и у вас точно так же получится. Если просто делать то, что делает Сергей, каждый день приглашает в свой интернет-магазин знакомых, незнакомых, из соцсетей, с досок объявлений, вас всему научат. Вас ожидают банкеты директоров. Это те банкеты, когда вы выходите на доход в 1000 долларов и выше, и вам выплачивают еще такую же премию, разовую премию, самую маленькую премию у нас в нашей команде, в нашей компании. Вот такие банкеты проходят постоянно, один раз в год, для всех лидеров с уровня директор и выше. У вас есть программа «Мой автомобиль». И в нашей команде есть очень много людей, которые уже получили этот автомобиль. И он получается почти бесплатно. Объясню почему. Посмотрите чуть ниже. Здесь написано «Прирост в персональной группе по сравнению с прошлым годом». 1000 баллов, 2000. Так вот, представьте, вы просто растете, вы просто развиваете интернет-магазин. Вам помогает ваш спонсор, который вас пригласил сегодня, наполнять его. Конечно, количество человек растет и товарооборот растет. То за прирост баллов вам постоянно каждый месяц идет доход дополнительно к вашей зарплате. Или миллион, или два, или три, то есть как активно вы будете работать. У нас у всех идет плюс к зарплате, 3 миллиона и выше. Доход получается уже не 1300 в месяц, а уже получается около 1500, порой даже и больше. То есть минимальный доход 1300, у кого-то в среднем 1,5-2 и выше. Посмотрим, что у нас есть в Oriflame России. Сколько у нас владельцами стали программы «Мой автомобиль»? Владельцами машин стали 145 человек. 1675 лидеров получили лидерских бонусов. Более 200 из них заработали в год более 3000 условных единиц дополнительного дохода. Это к зарплате. Вот почему я говорю, что у нас машина получается почти бесплатно. Программа «Турборост» – это когда вы растете, и компания выплачивает дополнительные премии. Получили 8,
получили более... Так, сейчас, секунду. «428 новых директоров уже получили 2000 условных единиц и выше, дополнительно к премии $1000. Рост новых директоров на 1/3 увеличится по сравнению с 2014 годом. Люди знают, куда идти. И здесь на самом деле платят, и платят очень много. Главное просто делать одно и то же каждый день. Лидеров появляется еще больше. И каждый день мы замечаем, что наша команда увеличивается новыми и новыми активными людьми, потому что мы видим результат, и мы уверены в себе, и мы приглашаем. И наша уверенность передается всем нашим партнерам. И поверьте мне, когда вы попробуете, вы это прочувствуете. Что еще у вас есть на сегодня? Путешествия. Вы можете путешествовать за счет компании несколько раз в год. 2-3 раза и выше. Это абсолютно бесплатно. Компания вам оплачивает отдых. И в ближайших несколько лет компания приглашает вас на самое большое масштабное путешествие. Это путешествие на 2 лайнерах. Это огромное путешествие, которое ждет уже на сегодня весь мир. Но самое первое для вас – это менеджерская конференция в 2016 году, это летом в Турции. Все, что нужно сделать, это просто каждых 3 недели приглашать по 2 человека в вашу команду. Поставьте, пожалуйста, десяточки, у кого есть 2 человека, просто кому вы хотите помочь в этой жизни. Однозначно. Я думаю, что у всех есть 2 человека, кому вы хотите помочь. Это сестра, это мама, это папа, это ваши братья, сестры, это ваши коллеги по работе, то есть с кем вы очень тепло общаетесь. Я думаю, что есть у вас не только 2. У каждого, кому 16 лет и старше, есть 400, не менее 400 знакомых, которых можно записать на лист бумаги, имя, телефон, имя, телефон, имя, телефон, и каждому помочь. И каждому предложить возможность бизнеса дома. Бизнес онлайн – это очень выгодно. И вот та юбилейная конференция в 2017 году. Празднуем 50 лет вместе с компанией Reflame на 2 лайнерах. Это конференция, которая просто бьет все рекорды. Это 6 тысяч участников. 2 континента, 3 страны, 4 города. Первый город будет Рим, далее Эфес, остров Эфес, Турция, Афины, Греция. Перевыполнение плана, это значит, вам в подарок золотая подвеска от самих основателей компании Oriflame. Сейчас, одну секунду. Оля. Да, слышала. Да. Так, прошу прощения. Уровень 6 звезд – это класс люкс с роскошными каютами, балконами, шопингом, ресторанами, бассейнами, джакузи, казино. То есть что может еще получить человек, когда ему предлагают выше, чем 5 звезд? Мне кажется, это даже больше, чем мечта. И более того, можно ехать со второй половиной. Вы скажете, что приглашать трудно? Я скажу нет. Посмотрите, у нас на новом рынке в Китае есть женщина, которая сделала за 2015 год 8 званий за год. Все, что она делает, она просто в день делает 10 контактов и рекомендует. Просто рекомендует косметическую продукцию и витамины. Говорит о высокобалловом продукте. Не убив в себе лень, мечты не достичь. Я считаю, что если ты хочешь получить то, чего никогда у тебя не было, нужно делать то, чего вы никогда не делали. Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведенных в школе. И на сегодня у вас есть возможность выбрать, работать дома, или работать в офисе, или работать на дядю. Идите в ногу со временем, потому что каждый из вас может иметь доход от $2000 и выше. Это простое предложение, когда вы просто можете попробовать. Если мы вас заинтересовали, то обратитесь к тому человеку, который дал вам это видео или ссылку на этот вебинар. И просто скажите: «Я хочу попробовать». Начните свой бизнес с сегодняшнего дня. Ведь сегодня то время, когда вы действительно можете открыть
Дверь в новую жизнь. Это как раз тот день, когда вы можете начать свой бизнес и его передать в наследство. Это когда вы можете вздохнуть и больше не думать, как вам заплатить кредит. Когда вы можете ждать лета и будете понимать, что вам не надо платить за свой отпуск, он уже оплачен вашей работой зимой. И я предлагаю, чтобы вы сегодня рванули и рванули как можно активнее. Поэтому я вам предлагаю сегодня просто рвануть и активно включиться в бой. Ну что ж, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Сегодня каждый из вас, обратитесь, пожалуйста, к тому человеку, который вас пригласил, потому что сегодня уникальное предложение. Во-первых, у нас есть еще не просто развитие бизнеса и получение дохода, у нас есть еще получение различных подарков, различные бонусы, ну, то есть, ну, на работу достаточно интересно. Обычная работа с необычным доходом. Так, я вижу, вопросов нет. Хорошо, тогда я желаю всем удачи. Дерзайте. И трясите своего спонсора как можно больше, чтобы он помогал вам как можно быстрее. Все, всем пока.